тур на по времени, на разное время. Потому что, блядь, ну слишком много команд в одно время играет. Сделали бы тур, например, там, блядь, не знаю, там, например, 4 пары играют, да, 2 пары играют 22-30, там, одна пара играет 23, там, или 22-0-0-22-30, как-то так. То есть слишком все в одно время играют, во всех дилах так же сделать, мне кажется. То, блядь, сколько, 3 играет, 3 дивизиона, там везде пары, и, блядь, столько матчей получают. Сейчас все так же пытаются сидят, вот, куча народу. Не надо. Сейчас регион поменяем. Запускать. Зацепило что-то. Не факт, что это они. Говорим сразу название, если не Black Crown, тогда выходим сразу. Возможности. Мне игрок сам побежал. Это ничего не значит. Это значит, значит. Рагнарёк был. Рагнарёк, да. Хорошо, что по идее да, сбросился даже. Да, на восьмая чая выдумался. А, хотя тут-то без разницы, что на кубок. Можете заходить.
состариться можно. Сейчас может быть они. Не, я так понимаю, что просто другие-то чемпионаты не играются вообще, то есть только у нас в России, по-моему, идет чемпионат. Другие все чемпионаты профи, они все отменены. Да ладно. Да. Ну и Лиги Европы, и Лиги Чемпионов нету. Те уже должны идти. Тоже все там, да. Лол. Смотрим. Всем да. Неужели, наконец. Давайте, пацаны, без спейс. Спокойно играем. Пасик. Все ближе и ближе мы к финалу. Чего ждешь от сегодняшнего матча, Константин? Георгий, ну я надеюсь, мы увидим нечто большее, чем просто борьбу за результат. От таких команд обычно ждет яркую и красивую игру. Отлично сыграно, надо решать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ребят, отыгрывайте. Я там удар нажал, поэтому пришлось замах делать, чтобы отменить. Ну, борчик жалко. Добивал. Морейра Мариньо. Опасно, пытаются накрыть парень побыстрее, когда смечу. Они, да, они в прессинг играют, надо быстрее играть. Они всегда в прессинг играют. Они в первом круге с нами прессинг. Можно, можно, можно. Можно речь, речь. Я быстрее. Хорош, хорош. Там надо касание даже, можно было сразу. Спунер, ты жди там, пока он забегает. Я открываюсь под в касание. То есть можно. Ну касание да, да, ну, бывает. Бывает не идет так. Высокий пиздец. Есть игрок впереди, пройдет передача. Ох, там ты перевел. Красиво. Ближко, далька, смотрим даже. И в центр штрафной. Это вратарю в подарок. Мяч без проблем забирает. Оригинально сыграно. Мяч остается у них. Опасно. Попадает под прессинг. Джеральд. Все верно. Края так. Надо чаще задействовать. Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Отличный отбор, но кому достанется мяч? Вот и все, надо уходить от игры верхом, мы там ничего не выиграем вообще. Ну, вы букипер возвращаете, поэтому он выносит. Дефо. Это может быть опасно. ПЗ страхуйте. Подстрахуйте. Пас, пас, еще раз пас. Очень много передач у этой команды. Здесь защита справляется, мяч отобран. Хорошо. Разбегаемся, разбегаемся. Хорош, убитое место. Рамо. Можно убегнуть. А, там застоялся. Не-не-не, не поднимайте мяч просто так. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Хорошо.
Почти всего. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Хорошо. Не стал давать чисток, арбитр прочитал ситуацию. Ну, не Стасян, не придумывай. Я начал забегать, потом вижу, что ты не успеваешь. Хорош. Потеря, все, в оборону. Стой, стой, стой. Давай, ага. давай. Игра в отборе, но мяч пока нет. Я честно нажал, все равно не отдал. Этот Бенедиктус, кстати, возгорает часто. Оставляю там. А, блядь, зачем проскипили этот самый? Не передаст. Да понятно уже. Кидай один из тебя. Мяч в атаке, что дальше? Давай. Сука. Блядь, FIFA, дай, пожалуйста, нам что-нибудь. Хватит, блядь. Успокойся. Штанга. Почему у нас фатальное невезение, блядь, какую игру на? Бать, как не допил. FIFA, отпусти, пожалуйста. Горбанёк, блядь. Что там сзади-то, нормально все? На подборе, оставитесь один. Давай, короткий, я подам. И решили разыграть побыстрее угловой. Отлично! Да сука, что... Сой, хорош. Кажется, мог принять, нет? Да. Не торопится арбитр со свистком, дает играть. Долго идет. Хорошая игра защитника, чисто сыгран. Это перевести. Переводите уже, ребят. ЛЗ. Сильнее. Наш может. И, в принципе, не Тео должен был переводить, а там уже Стасян либо Адмирал. Это ваша задача. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Судья сейчас дает продукт. Пока. Блядь, два раза сломали. Там Айсмана сломали, и тут еще там даже. Это бот. Он мне отомстил, я даже не обижаюсь. Блин. Куда ты, бот? И, блядь, держится. Выше, да, я ниже. Хорошо. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Защита надежно играет, мяч отобран. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Тасян, у тебя далька есть? Не? Ну, по-моему, есть. Поддержи. Ну да, есть. Кидай меня. Кидай на все. Дорожить нужно мячом, а не дарить его соперникам. Мяч потерян. Все верно, пора сместить акцент атаки. Ага, перевели. Это может быть опасно. Рамос. Блять, я думал, ты останешься с Айсмусой. Ну ты затормозишь там в центре души, а я тебе. Я, если честно, просто не сообразил, куда ты будешь давать. Я сперва хотел затормозить, а потом уже смотрю, блять, вроде есть. А вроде и нет. Повнимательнее, 45-й минут. С игроками. В центр штрафной подан мяч. Она уж есть сверху. Опа, давай сбежу. Бать, бот быстрее меня бежит. Какого хуя? Мяч отобран чисто. Сой. Ну как, кто к нему успеет первым? Останавливаться нам надо было уже. Ждал, игра. Как это цепится? А я там не мог вообще, он меня ел. Я только уводил его. Ну там вариант был остановиться, на второй темп отдать уже сзади. Там я бежал и еще как-то. Игра была равна. Ну это лучше, чем проходной двор в обороне. Ну у них был, у них лонг был. Я, кстати, даже защиту не ставил. Да я не спорю, нормально, но там просто есть
ключевые направления, как атака ведется просто. Ключевые моменты, когда... Ну, они тоже как бы, блядь, не стоят, тоже мешают. Поставить, поставить. Да будет, будет, будет момент еще, будет. Тихо, 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 поставить защиту. Не ставим. Не, не надо, если так работает, то не надо. Поехали. Банда Метрополитано совсем недавно. Обновленный мадридский стадион готов ко второму тайму. Опасно. Морейра Марини. Это может быть опасная атака. Вперед он мяч тащит. Блядь, пиздец, как долго я открывал Сой. Я прилипну, не мог ничего сделать. Атака продолжится через фланг. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Ну шо, и как пробил. Хорошая попытка, но поганый был, повезло. Тащи, тащи, тащи. Пока неплохо. Джерон. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Уж. Сизернандо. Блять, слабо, Сой. Да как? Плохой пас, да. Остановите. Для вратаря такие удары не разбить. Старши, открывайся. Успею. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнера. Кто дает вообще куда? Желтый. Дефо. Хорош. Рамос. Запекай, запекай. Посмотрим за этой атакой. Можно достойно. Помогается с защитником, но мяч. Хорош. Нарушение и штрафной удар. Подходите перед стенкой, встаньте, кто-нибудь один на подворе. Айсман, я тебе попробую на ближак вот сюда дать, вот видишь, где стоит. Окей, сейчас иду. Да, давай. Я когда начну разбегаться, сразу беги. Свистят и показывают, что в гости тянут время. Ну, понятное дело, у нас отлично. Ах ты, ёб! Хорош, хорош, жмите, жмите. Это просто ёбаный. Давай, давай, давай. Бля, жалко, хорош. Что? Он тебя ногу подбирать начал, он, блядь, под удар. Обида. Так, бот может ошибёмся. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Морейра Марини. Блин, взрывайте, взрываться начинает. Чувствуете момент, когда все накрывает, сразу перевод. Да ладно. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Кто так играет? Оставляйте, оставляйте. Не двигайся. Там адмирал есть. Иди, Расим, наверное, по флангу. Со Стасяном вдвоем. Это может быть опасно. Я хуй знаю, я всегда в таких случаях скидку делаю, но, блядь. Да не, нормально, можно зацепиться. Встречай, 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 долго встречаем ночь. Ой, я чё убежал? Ой, это наша любимая, блядь. Ноги, ноги. Блять! Отдал бы наверх, я вообще один бежал в зону, блять. Сейчас просто ворвался. Я потом и увидел, я поэтому и завозмущался, да, да, да. Собственно, блять. Навесь. И подает. Блять, вышел. Сука. Мяч. Мяч, мяч, мяч. Так. Ничего себе. Не скипаем, не скипаем, не скипаем. Нахер. Вот лакса нет, наверное, дальки, да? А, нет, есть, отлично. Ага. Ого. Серьезно. Ну, выйдет кипер, надо по-другому. Подавай, лучше подавай сразу. Есть, не тяни время. Можно обрезать. Опа. Свой же повисал. И выносится мяч из штрафной. Такие передачи растягивают, разрывают обороны. Ой, спокойно. Лучше просто на ЛТ.
И с отбором просто обычно. А, тоже дальше выстрел. Ну, внимательно тогда разбирать. А вон там центр один, он здесь близкий. Смотрите скидку тоже. Ну, кстати, бить по нему собирался. Блин, ты как какой-то дикий, пиздец. Просто. Ребят, давайте забьем уже. Я подойду ближку, смотрите все, но там один бот только с ним. Алло. Скидка опасна тоже. Я не угадал ее направление, если честно. Пошли последние 15 минут. Блять, пиздец, отскоки просто дичайший. Я, блядь, пытаюсь прочитать, куда отлетит, отлетает прям к нему просто в ноги прям. Он будто так, сам вышел из тёмки. Давайте выйди вперед. Должен быть офсайд. Да. Нормально. Конечно, вот, бать, вам опять так повезло сейчас, блядь. Нормально вышли, успели. Ну как, блядь, бот пускает такую хуйню со скилломета. Ждет по флангу. Хорош. Бля, вообще красный, нет, сзади. Парни, засибируйтесь там. Хорош. Можно. И, блядь, почему мне-то идет пас? Ебанутые боты, сука. Я тоже думал, что сейчас бы я убежал. Там пас давал сразу, блядь. Я сейчас бы я убежал, стопудово. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Думается мне, что они разойдутся сегодня, как бы так пометно сказать, мир. Но, как это обычно бывает, одним мир на пользу, а другим во вред. Я не успею. Да, повезло, опять же, мог ни в одно бить, пиздос был. Поперек опять пас, обрез. И вот отложенный штраф находит своего хозяина. Да, память у этого рефери хорошая, он ничего не забывает. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Джером. Тут может что-то получиться. Есть тут возможность к воротам. Про меня забыли все. Мячу защиты оказался, но вынести мешает. Хорош. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Пол команды. Это не офсайд. Да зачем? Хорош. Да выбей ты, чё, ворота идёт. Осталось сосед. Шесток штрафной. А, не, я там потерял, конечно, но, блядь, меня просто от мяча оттянуло, я не знаю, я был на мяче, и он просто, блядь, я просто оставил и убежал, хуй знает. Сизенандо. Быстрей. Давать некуда, быстрее, там туда. Там вниз, там внизу были люди. Можно продолжать атаку, человека. Ведь мяч у них. Отлично сыграно, надо решать. Да. А я ебал, блядь, да что за хренотень? Стой, Стас, можно было напопировать сразу на тебя. Адмирал, давай на 90 без атаки, пожалуйста, блядь. Дальний один. Ну, хорош, да. Мы сейчас, блядь, на 5 поднапривозим, блядь, как вчера. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Дефо. Это может быть опасно. Можешь попробовать. Навес в штрафную. Да, блядь, да, сука! Автогол. Заслуженно. Давайте спокойно, ребят, еще ничего не кончилось. Играем спокойно. И, к сожалению, одних и радости других, это автогол. Да, на тренере просто так, нет лица. Он, конечно, навес, не походу ожидал такой подстав. Хорош. Вот так, блядь, и надо играть. Ни одной ошибки, сука, своей не сделали, блядь. Будет всегда заслуженно, блядь, всегда что-то забьем, когда сами не будем ошибаться. Нам сама, блядь, судьба поможет, блядь, удача нам забить вот так. Понятно, что шара, блядь, но шара, потому что сами, блядь, играли правильно. Это, кстати, первое поражение. Это их первое поражение в сезоне, блядь, от нас, а не от кого-то. Понятно, что повезло, да, ну, блядь, везет тому, кто, блядь, правильно играет, а не привозит сами все. Красавчики. Всю игру, блядь, играли правильно практически, там пара мелких ошибок было. Да, похуй, у нас один удар стола, насрать сколько. Хоть ноль. Нам вчера, блядь, забили с трех ударов 4 гола. Ну, вначале тоже могло залететь, это штанг не супер отскочил. Да могло все залететь, могло и нам залететь, могло и им залететь.